Здравствуй, зритель. Я тут вся такая в халате, но напомаженная. Сей обзор будет посвящен обзору китайского пакетика. Пришел он мне. Вообще пришел, может быть, несколько дней как, но наша почта и опасна, и трудна. Чтоб уведомление кинуть в ящик почтовый, это очень сложный труд, зато письмо могут кинуть вполне. Письма всегда регулярно кидают в почтовый ящик. Короче говоря, сегодня у нас такая погода была, метелюга днем. Хороший хозяин собаков не выпустит. Не то, что какой-то человек на улицу выйдет, а тут человек Лёля пошел на улицу. Ну, вообще, на почту я не собиралась, просто смотрю в почтовом ящике ни хрена. Думаю, ну, зайду на почту, мало ли что вдруг. Как? Кто? Решил что-нибудь прислать. И внезапно с Китая пришло. Ну, и пошла я вообще, шла денег снять с карты и в магазин. В итоге в магазин зашла, денег с карты сняла уже позже вечером. Но ибо так заносила. И вот хорошая погода... Не случился, был плохой погода, когда хозяин хороший, собаку не выпустит. Но я видела двух хозяев с двумя собаками. Не знаю, хорошие или плохие. Ну, видимо, они решили, что и раз сами прутся, то и собаке надо погулять. В общем, как я подозреваю, тут должно быть два шарика чая. Последняя посылка меня слегка разочаровала. Где были вот такие шарики соли. Я, кстати, по некоторым причинам так и не приняла еще ванну с этой солью. В общем, чё, гость у нас тут? Хрен знает, 100 грамм оно якобы говорит. Я те шарики соли так и не взвесила еще. Так, сейчас мы это порежем. В общем, обычный пакетик, без никто. И там вот прямо вот этот. Вот прям в этом пакетике без никто, без какой-либо следы или чего-нибудь еще. У нас два пакетика с чаем. Чай связанный. Что-то по 60, что ли, рублей. Ну, или типа, или по 58, как-то так, короче говоря. Что тут у нас? 5А. Ну, как я поняла, на том, да, это с магазина Джум, с этого Джума. В общем, чай там дофига дорогой. С того момента, как на Алиса прийти продавать в открытую чай, сейчас типа вроде как продают, но покупаешь кота в мешке, я не покупала кота в мешке. Он стал как-то, ну, для меня, я считаю, что это дорого, потому что даже можно в каком-нибудь навороченном типа чабея купить что-то то же самое и слегка дешевле, и более качественное. Ну уж я не знаю насчет чая, как вот я вот заказала две штучки, чисто так, от безысходности. Если вдруг что, какие звуки, то у меня кот тут дерет этот ковер. И вот в обычном пакетике тут обычный шарик. Ну, надо сказать, шарик хорошенький. В смысле, хоть он без всякой слюды, прямо просто в пакетике, он хорошо за... Хороший, короче, чай. Шарик, по-моему, это у нас просто как бы белый, наверное, все-таки чай зелено-белый. Не знаю, как он будет раскрываться. Ну и второй шарик, судя по всему, он такой же формы, по ощущениям. Заварю потом. Если хотите, мякните в комменты, типа, Лёля, будешь заваривать, включи камеру. Зеваю. Я сегодня тупо не выспалась, поэтому я зеваю. Ну, не потому, что, типа, как писать ролик, так зевать, а вот просто не выспалась. Еще погода такая, вот тут даже веревочку видно. Хвостик беленький. В общем, в принципе, нормальный чай шел. Он, не знаю, дней 40, наверное. Может, чуть больше. Тут у нас... А, да, вот тут даже написано green tea 2 штучки. Зеленый чай 2 штучки. То бишь, на Джуме как бы можно купить чай. И, в принципе, он как бы... Ну, он, конечно, выйдет дороже. Там я посмотрела, вообще хотела купить какой-нибудь там чисто черный на развес или еще что-нибудь. Ну, этими маленькими пакетиками. Хорошо отзывы читала. Там какой-нибудь выглядит, будто огромный пакет на 100 грамм. А на самом деле грамм 5 от силы россыпью. Да, думаю, да ну нафиг, если мне уж совсем будет грустно. И приспичит, я на 2500 закажу на ЧБ всякого разного. Потому что бесплатная доставка в регионы только от 2500. И будет мне счастье. Ну, так как у меня чая, в принципе, пока хватает, а хотелось вот связанного нету, то я заказала себе пару штучек. В
Вообще, я тогда, помню, заказала что-то 6, оказывается, заказов на общую сумму 444 рубля. У меня подруга все подначила, типа, джум-джум, я с телефона все заказываю, всякая требуха, все там интересное такое приходит за 2-3 недели. Но у меня как-то оно в основе в среднем за 3 недели, самый минимум пришел за 3 недели. Наклейки, по-моему, на клаву были нормальные. Ну и я что-то так заказала всего, еще какую-то требуху заказала. По приветственным баллам, там 20 баллов, по-моему, дается за регистрацию этого аккаунта и 50 баллов за заполнение этого аккаунта. И по баллу, короче, дается за заказ. В общем, было у меня что-то там 70, что ли, с чем-то баллов, 76 баллов. Дальше баллы уже не даются. Ну, в общем, особо много их не накопишь, там только какой-нибудь купон на скидку 10%. Но это какая-то такая фигня, я обзор какой-то смотрела, как это скидки там делаются. Ну, типа, вроде как берешь по скидке, и у тебя этот купон. Или берешь тупо по скидке и без всякого купона. Короче, фигня. С не особо таким большим выбором. Он на телефоне, там как-то больше выбора, кажется, и магазины все видно, и продукты. В общем, забираешь продукт какой-нибудь, и ссылка там на этот магазин идет. А если с браузера смотришь, то нету такой фигни, чтобы с товаром можно было перейти на магазин. В общем, приложенька рассчитана, магазин рассчитан для приложеньки для ветроида. Может быть, там еще для какого-нибудь телефона с какой-нибудь другой операционной системой рассчитан. Ну вот, магазин приложения, скажем так. Ну, как бы, я не помню, что я заказала на эти баллы. У меня там 35 осталось, видимо, за 40 баллов я какую-то муть заказала. В общем, оплачиваешь баллами, или полностью, или часть, сколько баллов есть, и тебе оно бесплатно идет. Там еще типа розыгрыши, в двух розыгрышах за сутки можешь поучаствовать, но я так поняла, это, в общем, обман полный. Я подружку спрашивала, говорю, она, вот я уже 2 года типа там заказываю, ты, говорю, что-нибудь выигрывала в этих розыгрышах? Говорит, ничего. И там как-то написано, что типа только 2 экземпляра один продавец может там выдать бесплатно. Потом смотришь так, кто выиграл, или типа того, практически одни и те же все подставные, наверное, лица. И почему-то то 3, то 4 экземпляра одной вещи этот продавец выдает. Ну как-то, в общем, чисто вот на ажиотаж какой-то рассчитано, чтобы больше участников, видимо, приложение чаще пользовалось. Ну да мне как пофиг. В общем, вот 2 чая мне пришло одинаковых. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И чтоб вас метелюгой не сдуло, если она у вас есть.